Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Сейчас мы с вами приготовим изумительный чай. Чай, который положительно влияет на головной мозг, на нервную систему и желудочно-кишечный тракт, дорогие мои. Еще, если вы регулярно будете пить такой чай, то сердечно-сосудистая система будет в порядке. Ну и прекрасно такой чай справится с вирусами, с грибками, с бактериями. Почему? Сейчас объясню. В состав нашего чая будет входить всего два ингредиента. Это кожица, которая высушенная в духовке до коричневого состояния. Вот так вот скрипит, до такого скрипучего состояния. Авокадо, не удивляйтесь, именно авокадо. И от одного авокадо вот такое количество получается заварки. И три на один авокадо, ну, я имею в виду на кожицу одного авокадо, приходится три бутончика гвоздики. Но чтобы эти бутончики были полненькие, то есть вот такие. Сейчас объясню, почему я теперь использую эту кожицу. Еще 2 года назад я не использовала. Поскольку я перевожу статьи, то мне попалась одна интереснейшая статья на платном контенте Pop Science. И она сообщает, что буквально недавно врачи выяснили, что авокадо, кожура, после того, как пройдет термическую обработку, невероятно полезна. В ней остаются такие важные ингредиенты, как, кроме витамин и так далее, всех этих веществ дубильных, лауриновая кислота, гидрокситолуол и докозанол. Так вот, мы остановимся на лауриновой кислоте. Теперь, кто спешит, может нас покинуть. Вы уже поняли, что 2 ингредиента и все. А вот кто не спешит и хочет, у кого фитотерапия – это хобби, и хочет узнать более глубоко, остается с нами. Я люблю получать максимальную отдачу от любого фрукта или овоща. Так вот, используя кожуру, мы получаем максимальную отдачу. Потому что именно ближе к кожуре, там, где темно-зеленая часть авокадо, вот именно там сосредоточены все нужные и полезные нам витамины, микро- и макроэлементы. А если хотите знать, то лауриновую кислоту люди покупают в аптеках и в других, заказывают на сайтах и в других местах. В общем, синтетическая лауриновая кислота ничего общего с природной не имеет. Я получаю все эти кислоты природным способом. Делаем чай. Для этого нам понадобится немножко заварки, то есть, как обычно, чайную ложку. Можете положить на чайную ложку 1 гвоздичку. А если на весь плод авокадо, то 3. Не на плод, а на кожуру от 1 авокадо, тогда 3 гвоздички. И вот ваша заварка готова. Я люблю по отдельности делать, тогда аромат остается. Так, закипает чайничек. Ну и давайте 3-й раз. Все, готово. И не забудьте за свойства гвоздики. Многие думают, что да, что там гвоздика. Гвоздика – это не просто ароматная пряность. Это же высушенные, не раскрывшиеся бутоны тропического дерева. Называется это дерево сизигиум. Посмотрите. Это бутончики. Ну, так сказать, засушенные почки цветов. Она мощно, мощнейшим образом укрепляет иммунитет, потому что по химическому составу просто золото. Это просто золото. Здесь и макроэлементы, и микроэлементы, и основная часть витаминов группы В, В1, В2, В3, П, В4, В6, В9. В общем, чего здесь только нет.
А самое главное, чтобы вот в этой вот шапочке, видите, в самой шапочке бутона сконцентрировано знаменитое вот это ароматное эфирное маслечко. И вот такой вот бутон, не раскрывшийся, он обладает обезболивающим действием, причем на длительный срок. Он антисептик, противовирусный, антибактериальный. Почему я говорю, что чай этот антивирусный и антибактериальный, а еще противопаразитарный, против гельминтов. Вот такой вот бутончик интересный. Так что никаких глистов не будет у людей, которые пьют регулярно имбирь, гвоздику, кто кушает чесночок, кто пьет соду, просто быть не может. Кто белковую приправу делает такую, как мы, на основе тыквенных семян, никогда не будет никаких гельминтов, близко даже. Но и следует как раз мне упомянуть, что обладает сильным патагонно-мочегонным эффектом, поэтому хорошо чистит наши мочеточники и через пот удаляет все, что нам не нужно, и предотвращает астматические приступы, успокаивает мышечные спазмы, судороги диафрагмы у кого. Ну, естественно, это, наверное, все знают, что оживляет работу мозга, потому что вот это эфирное масло улучшает память. У кого с глазками проблемы, то очень хорошее воздействие на слизистые оболочки глаз и способствует оттоку камней и желчи из мочевого и желчного пузырей. Так что в сочетании эти две вещи просто они как дуэт. Ну и плюс еще сама по себе лауриновая кислота способствует, которая в авокадо именно в шкурке, способствует сбросу лишнего веса и расходованию лишней энергии. Поэтому вместе это сказка. Мечта для вечно худеющих. Так, смотрите, девчонки, мальчишки, куда я буду заваривать? У меня закипел чайничек. Кстати, когда я выбираю чашечку, я всегда в магазин иду с крышечкой. И смотрю, чтобы крышка подходила на чашку. Можно, конечно, и вот так заваривать, но так гораздо удобнее. Здесь завариваем, а потом я сюда переливаю, чтобы вы увидели истинный цвет этой красоты. Так, я перемолола. У меня заварка готова. Я не знаю, видно вам, не видно вам. Сейчас мы эту заварочку положим. Получается где-то чайная ложка, может чуть меньше, чем чайная ложка заварки. Заливаем медленно-медленно. Вот так вот. Остановимся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще. Просто прекрасно. Замечательно. А теперь закрываем, друзья мои. Закрываем и ждем 5 минут. Через 5 минут наш чай готов. Обычно я в такой чай еще дополнительно добавляю лимончик. Можно лимонный сок. У кого что есть. Вот. И пусть он вот так вот капает в эту сторону, будь ласка. Оп, ладно, положим. Хотела, чтобы просто капало, а оно не туда капает. Положим. 5 минут буквально, и вы увидите цвет, изумительный цвет. Ну, а я вам пока скажу, ну, не 5 минут я буду говорить, а быстренько скажу за авокадо и именно за лауриновую кислоту. Смотрите, самыми здоровыми на планете считаются люди, которые употребляют продукты с достаточным содержанием лауриновой кислоты. Кстати, лауриновая кислота не только в шкурке авокадо, но и в кокосе большое количество лауриновой кислоты, и в пальмовом
масле. Вы скажете, ой, пальмовое масло. Вы знаете, пальмовое масло очень даже полезно, если оно не транс, ну, если не переделанное, если оно не рафинированное, если оно не прошло термообработку, если пальмовое масло холодного отжима – это изумительное масло. Вот так вот, друзья мои. Если я сейчас проведу термообработку с маслом подсолнечника, например, та же самая ерунда получится. Получится испорченное масло, поэтому я беру холодного отжима. Если я покупаю подсолнечниковое, либо кукурузное, либо оливковое, то это обязательно масло холодного отжима. Мне нравится лауриновая кислота, потому что с грибками, с вирусами, с бактериями очень эффективно борется. И лауриновая кислота, она способствует уменьшению голода, поэтому каждое ее использование обеспечит стройность, подтянутость фигуры. То есть я пью чай, и это уже как питание, я чувствую как бы насыщение, и нету у меня вот этого чувства голода. А поскольку я постоянно себя сдерживаю в питании, для того, чтобы иметь нормальный вес, как Людочка моя любимая говорит, после 21 мы 21 плюс, девочки с вами. Ну а раз мы с вами 21 плюс, ну и мальчики тоже, то, естественно, нам надо максимально контролировать себя для того, чтобы радовать наших близких, для того, чтобы радовать себя нормальным настроением и нормальным самочувствием, и дарить радость окружающим другим тоже. Ну все, пока тары-бары-растабары, наш чай приготовился. Сейчас увидите, какой цвет. Только-только-только, где моя сеточка. Ну вот, посмотрите, чай перелит. Красота необыкновенная. Вот так. Посмотрите, пока мы с вами тары-бары... Растабар, чай готов, красота, посмотрите, какой цвет. Вы можете, кто любит сладкое, добавить сюда мед, кто-то еще чего-нибудь. Это я убираю косточку, косточка от лимончика. Ну, а я лимончик, потому что витамин С, чтобы не было морщин на лице. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так его. И еще вот так. Отлично. Еще одна косточка. Удаляем. Теперь самый последний штрих. Этот штрих, смотрите, какой. Корица. Не забывайте, что очень много кальция в корице. И, конечно же, имбирь. Имбирь можно и сырой, можно имбиротерапию мою. Зайдите ко мне на канал, у меня есть замечательная имбиротерапия. И теперь просто в кайф, как говорится, просто в радость. А я люблю вас, будьте благословенны вы и ваши близкие. Сейчас будем чаевничать. Пока-пока. Думаю, в вашей коллекции авокадового чая еще не было. А я люблю вас.